Надеюсь, мы сейчас что-то все пулим. Я не знаю, все пулим же. Не-не-не, ты че? Не-не-не, ты че? Не. Я предлагаю голема с паком фурмов. Окей. Давай отдельно голема, так как обычно мы делали на рейнджинге. Окей, хорошо. Как на прошлой неделе пулим тогда. Отдельно все это дерьмо. Один пак равно одна пачка. Да, в танковскую лужу аккуратней. Танковская лужа — это ваншот. Угу. Ну спокойно, плюс один его надо принести, все. На плюс два, потому что там щупа. Если прокнет сфера, там плюс два можно будет. Вот, блять. Не чем, блять? Долг, блядь. Лужи, пожалуйста, зачем? Вставай. Я вышел уже из лужи. Ладно. Там осторожно. Так, ты. Часовой к нам подходит, тяни, тяни. Не вижу. Вот он рядом, часовой. Рэй. У меня камера была очень неудобная, я не мог его просто попасть. Да, падает. Все, там парк пулится, парк пулится. Быстрее убейте и стражи, и все. Камера, блядь. Началось. Играем? Встань, 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 диспел. Аккуратно, не спи, здесь моста, норм. Норм, норм. Кормо, блядь. Встань, встань, встань. Все засрали, блядь. Ну да, я уже вывожу просто в ебине. Угу, соло таргет моб. Сколько миллиамов хп, блять? 113, блять. Мини-босс. Пожалуйста, нижнего часового от верхнего пака отдельно. Почему? Караульного. По качану, не спорь. Я рефлект на оба каста. Сам будешь, блядь, бегать, собирать косты, кикать и убивать мобов, если не будет. Окей. Сейчас прям просто выпуливай его одного и все, погнали. У него есть... 15. Тебе пизда, пока. Зачем ты вперед меня летишь? Сфера нет. Кошака уберите. Читерство видел? Типа то, что утянул, ну да. Он утянул его, короче, я успел в последнюю миллисекунду, наверное, застанить его, он под станом улетел. Заебись. Первая станция, слышь, вторая моя. Пролился. Да, один только оставил. Скажите мне, когда станцию сбивать? Под бля, конец подавляющего хуй, удара дам стан. Да, дам стан сейчас. Может, видите, потом? Поди, Макс. Да, сейчас идем. Станция. Угу. Чё, следующее моё? Взрыв у нас. Могу сбить. Давай я соберу станцию. Я вот подавление. Угу, моя станция. Аккуратней, там конусы ебаные, что-то летает, блять. Долго не кикали, мне пришлось. А чё он в меня остановил, вопрос, можно? Ты рядом со мной бегал. Нахуй ты в меня вынес? Смотри, я умер. А зачем ты так близко стоишь к мобу? Быстрее, вставай, не близки, вставай, ну, блять. Один тик.
там позакрывал фонари, да? Я одну закрыл только. Станы будут, Джин, готовьтесь. Ну, станы забьются, я бусты на станы оставляю. Покажи, как пулить будешь, приготовься. Даю отчет. Бел. Да, сейчас. Я буст не сдаю, я жду на мобов. Жди мобов. Если будет моб сзади, надеюсь, его не будет. Есть моб, забирай, предложу. Сейчас заберу. Стандал. Нечем пикнуть. Встанем, встанем, встанем. Я кик отдал, стан отдал. Забейте. А, мне кинул соглашение по пустфактум. Найс. Бывает. Ебашим голема. Не веди его, давай здесь. Я потихоньку буду его вести. Может, парк явный, не? Думаю, нет. Блять, Макс, ну, не голема, пожалуйста, сильно. Вообще, я бы рекомендовал вам вначале набрать. Да. Вообще, я не понимаю, почему вы ебаните, и этот парк не сцепляет, когда это мастхэв. Это, блять, у Макс, он не может понимать. Ну, сейчас цепанем после голема, окей. Это мастхэв парк, понимаешь? Он всю телевизию убивается, дает процентов нормально. Окей, сейчас убьем, говорю же. Повел обратно. И сверху, Макс, мы не будем по два пака пулить, блять, там мост. Это ясное справа, дело, да. Центр. Трестельник, конечно. Хуй тебя знает, что тебе в голове. Я лучше скажу. Там тараканы. Вот я поэтому лучше сюда не скажу. Ждем, пока они отойдут. Давайте похаваем пока что. Похаваем, похаваем. Сразу, да, поехали. Выкинешь? Я ждал, пока на нем бахрой появится один. Угу, все, тут стоим, бьем. Сука, пиздец, пока вот Маз 2 не нажмешь, не зажмешь, он не повернется ни хрена. Го. Рев, дайте. С импами нужно быть очень аккуратно, нам, конечно, работать. Конечно, конечно, я говорю. Я их буду пулить, маленько побью и буду откачивать. Подожди, сейчас всех дождись. У меня стана не будет на импов, говорю сразу. Блять, пропрыгнуть этих не могу. Забустую. Этих бустану. Руны съешьте, кто умирал. А далее уже абсолютно по необъяснимым причинам, непонятным для меня, просто офнулся звук. При том, что на стриме он есть, а на записи его как бы нет. Во. Собственно, сейчас я маленько ускорю все это дело, чтобы вам было поприятнее смотреть этот тихий пронос, скажем так. Ну, всех вам благ, счастья, здоровья, лута хорошего. Ну, собственно, вы все сами знаете. Вот. Моменты вайпов все увидите, поймете, что так делать нельзя. Ну и, может, что-то извлечете для себя. До скорого. А я пока что ускорю этот видосик.